Найт-Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краховски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось, никто не напал по дороге. Тут так смешно было вообще. Какие-то малолетки пытались войти по фальшивым документам. Что надо? Я им сказал, что ввалили. Они упертые оказались. Обошли здание и пролезли в окно в туалете. Видимо, так клубнички хотелось. Ага. И, короче, один из них увидел тут свою мамашу. Она-то всем говорила, что работает в отеле. Ну как? Тут получше, чем в облаках? Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. Какая ты сладкая! Так бы тебя и съела! Он тебя бесплатно зачипировал? Пиздишь! Ага. Выглядит бедненько, зато работает. И не попросил тебя денег? Так-так, что тут у нас? Какая симпатичная штучка. Если ищешь себе кого-нибудь на вечер, можешь больше не искать. Мне надо передать сообщение для Фингерса от тигриных когтей. Какое еще сообщение? Срочное и секретное. Какое еще? То есть? То есть у тебя есть выбор. Серьезно? За что тебе потом навешают? За лишние вопросы или за тупость? Ладно. Шлам, пропусти ее. Лапу убрал живо. Думаешь, я тебя боюсь, соска?
ты допиздишься, и шельмы придут в эту дыру полным составом. Если она тебе что-то должна, иди и подавай отвали, в суд. Отвали, не трогай меня! Окей, я понял. Привет, Ви. Мое терпение кончилось. Как только выплатишь то, что ты мне торчишь, можешь валить куда хочешь. Эй! Тут очередь! Куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все. Ты знаешь этого Фингерса? Слышал о нем кое-что. Что именно? У него иногда руки соскальзывают. Хоть кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. После налета Эвелин сначала пряталась у Шельм, правильно? Все верно. Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней. Черт знает. Я говорила, что это плохая идея, но она не слушала. А у Фингерса не было проблем с Шельмами? Нет, с чего бы. Я слышала, девочки после его операции выглядят хуже, чем до. Ну, сама понимаешь, нельзя решить все проблемы сразу. Блин, мы тогда следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше. Думаешь, Эвелин держит где-то здесь? С одной стороны, хотелось бы. Быстрее найдем ее. А с другой, надеюсь, что нет. Кто знает, что этот больной ублюдок мог с ней вытворять. Вы с ней близкие подруги, правильно? И как, интересно, ты пришла к такому выводу? Ну, ты бросилась ее искать, как только узнала, где она. Если начинаешь дружить с Эвелин, привязываешься к ней навсегда. Ты работала в облаках? Не куклой. Редактировала вирты. Там я познакомилась с Эвой, Томом, много с кем. Фингерс помогает тем, кто работает в этом районе? Мне помог. Я бы на каталке ездила, если б не он. Этот хер поставил тебе бэушный хром. Мало того, что Real Skin облез, так вместо него еще и синтетическое говно, которое на старый кафель похоже. Зато хотя бы ходить могу. Слушай, будь человеком, моей подруге очень плохо. Можно мы с ней пройдем вперед? Конечно, милая, о чем речь? Так, погоди секунду. Она же только что нормально стояла. Она крутая, терпела сколько могла. Теперь попробуй открыть. Давай, пойдем. Ага, а теперь? Лучше. Погодите, что-то не так. Я все вижу, как в тумане. У прежней хозяйки этой панели было более вытянутое лицо. Края пережимают зрительный нерв. Он вроде все. Не волнуйся, что, глазки заходим? Привыкнут. Рано или поздно. Шутеры, нюхеры и пекеры, я мистер Уайти! Хватит жевать безвкусные пресные сухари! Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Жизнь слишком коротка. Живи быстро! Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она была здесь, в твоей клинике. А, ну теперь понятно, о чем речь. Где она? Сложный вопросик, дорогуша, честно скажу.
Ситуация с обрушением в Южной Сибири... Тебя я помню. Ты у меня уже была. Осталось понять, откуда ты. Может, из тигриных когтей? Я из Шельм. О, Шельмы. Уважаю. Так, ну и что вам нужно? А девушки знают, что у тебя ломаные импланты? Можно и так сказать. Я даю им лучшее из того, что у меня есть. А что берешь взамен? Что они могут предложить. А у них всегда есть что предложить. Тебе говорили, что ты больной ублюдок, а? А вы ищете свою подружку? Слышала, ты помогаешь девочкам с улицы. Ну, мало кто из деток станет играть сломанными игрушками. Когда им надо подтянуть кожу, поправить втулки, починить имплантики, я... Ну, ты понимаешь. Те, кто платят, требуют высшего качества. Таков закон потребления. Не смеши меня. На любой помойке качество выше. Ты же слышал. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. А, через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я их понимаю. А, я бы с удовольствием провел вам экскурсию, но... А, может, потом? Конечно, проходит время, и я их забываю. Иногда даже таких роскошных, как ты. Прошу, располагайте ваши попки поудобнее. У тебя глаз задергался, когда ты услышал ее имя. Не пытайся меня наебать, ты ее помнишь. Глазик задергался, потому что у меня тик. Нервный. Не представляете, как тяжело с ним жить. Нет, правда, я бы помог, но я впервые слышу об этой девушке. Соберись, Ви! Тебе что-нибудь говорит фамилия Форест? Нет. У него прозвище Дубман. Он из кукольного дома. Ты с ним разговаривала? Мне не понравился его тон. Поэтому пока говорить ему будет очень больно. Ты, кстати, мне тоже не нравишься. Так что следи за языком. О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Говоришь, ты не мог ей помочь. Какая нужна была помощь? Если бы я знал, она бы сейчас стояла здесь, живая, здоровенькая. У Чипа был сожжен регистрик команд. В угольки, понимаешь? Я его заменил, но без толку. Это был кастомный вирус. На Эвелин напал нетранер. Да, похоже на правду. Ближе к делу. А, к делу? Да. Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блядский кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Джуди, успокойся, так мы ничего не узнаем. Давай я буду говорить. Итак, Эвелин Паркер. Где она? Скорее всего, там, где девушки становятся звездами нелегальных брейн-дансов. Больше я ничего не знаю.
Ты уверен, что она там? У меня она была 4 дня. Почти все время пребывала в Ла-Ла-Ленде. Да, как мертвая. Мы не успели подружиться настолько, чтобы она отправляла мне открытки из своих путешествий. Что значит нелегальных? Не знаю. В смысле, я никогда такие не смотрел. Снаф? Гура? Я же сказал, не знаю. Где мне ее найти? Ты мне нравишься. Ты горячая, смелая. Я пытался ей помочь, но это оказалось невозможно. Тогда я позвонил своему фиксеру. В тот же день за ней приехали 2 амбала. Кому ты звонил? Кто твой фиксер? Вакака. Я сказал ей, что хочу слить куколку с брейндансовым чипом. Куда ее забрали? Еще раз тебе говорю, не знаю. Они были не сильно разговорчивы, а я же не идиот, таким людям лишние вопросики задавать. Ты не идиот! Как тебе кажется, почему девушки, которые сюда приходят, позволяют тебе их лапать, а? Потому что ты заботливый и неотразимый? Хуй там! Позволяют, потому что у них нет выхода. А на самом деле они бы плюнули тебе в рожу при первой же возможности. Опиши, как они выглядели. Ну, как ты, как я, как обычные люди. Неужели, как ты? Правда, что ли? Ну, к таким ребятам обычно стараешься не присматриваться. Помню, что у одного была бородка. Парни, которые за ней пришли, не говорили, зачем она им? Что они с ней будут делать? Да, они говорили про вирты с какой-то бабочкой. Мол, она для них идеально подходит. Не знаю почему. Больше я ничего не знаю. Ты ее продал как вещь, блядь. Как манекен какой-нибудь. Ну, живым человечком ее нельзя было назвать. Мне надо подышать. Жду внизу. Она немного переборщила. Мы все последнее время на взводе. Главное, что ты спокойнее нее, мой птенчик. И красивее. Спасибо, что остаетесь на 54-м канале. Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. А вы-то с этим хером прямо мило поболтали. Лучшие друзья теперь, наверное. 2, блядь, сапога пара. Только не устраивай истерику. Я просто хотела вытянуть из него побольше инфы. Да ну! Ты с ним так разговаривала, как будто он тут главная жертва. Джуди, не волнуйся, мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. Хм, и что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-нибудь ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверила, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейн-дансам. От нас ничто не ускользнет. Я же все-таки профи. Так что да, есть идея получше.
Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Найт Сити. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Сейчас надо подумать. Я попробую позвонить фиксерше Фингерса. В Акако. У тебя есть на что ее подцепить? Ну нет, а зачем? Да она не скажет, где эта студия, даже если знает. Слишком уж большой риск. Хм, ну ладно. Тогда просто пойду куплю брейнданс. Поиграем немного в детективов. Окей. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Я подожду в машине. Что такое? Тебе что-то нужно? Как твои дела, Вака? После таких вопросов люди обычно просят у меня что-то хитро вывернутое. Что? Не в этот раз. Тогда мои дела отлично. Большое спасибо. А твои? Я ищу брейнданс. О, какой-то особенный? У них на логотипе бабочка, мертвая голова. О, вот сейчас советую тебе быть поосторожнее. Ты знаешь, кто их делает? Где их снимают? А ты знаешь, как работают фиксеры? Давай-ка я объясню. Я не только заключаю сделки. Я могу совершить совершенно невозможное. Например? Например. Сделать так, чтобы и покупатель, и поставщик, и даже посредник не вышли из игры или из окна. Ясно тебе? Так что никогда не спрашивай, кто, с кем, где, что, почему и зачем. Ты можешь достать мне такую запись? Нет, но я хорошо представляю, кто может. И кто же? Есть магазинчик на Чпок-стрит. У них большой выбор всякого дерьма. Спроси у владельца. Спасибо, Вака. Это зачем? Напряги воображение. Я пытаюсь, но что-то как-то не получается. Пригодится, берите. Вы что-нибудь выбрали? Может, вам что-то подсказать? Ну, покажите, что у вас интересного.
Мне нужен особенный товар. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет. Пожестче. Это не ко мне. На Чпок-стрит есть один мужик. У него разные вещи бывают. Очень разные. Осторожнее, никак нельзя было. А я что? Мне же мне нужно что-нибудь сырое. Я зайду как-нибудь еще. Наверняка. Если кому-то хочется посмотреть на жирное брюхо, пусть в зеркало. А ты что, покупаешь что-нибудь или так и будешь клиентов отпугивать? А ты не вмазывайся каждый день, сразу будет. Что у тебя есть? Если я Вирты? Только обычные? Я так скажу. Кто знает, зачем пришел, тот не спрашивает. Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. А как насчет скидки для нового клиента? Скидки я делаю старым клиентам. Нет денег, вали нахуй. Я вообще не по таким штукам. Ага, конечно. Я просто пытаюсь узнать, кто их делает и где. Слушай, я просто продаю, что продается. Никого не трогаю. Ты мне платишь, я отгружаю товар. А для чего он тебе? Это не мое дело. Откуда ты берешь эти записи? Те, кто их снимает, помешаны на секретности. Я даже и не думал спрашивать, где они все это берут. А совал бы свой нос куда не просят, может, и не разговаривал бы с тобой сейчас. Ну, покажите, что у вас интересного. Приятно иметь с тобой дело. Залезай. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готово, жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Включила режим изменений. Можешь осматривать, что хочешь. Это наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь. Заказ недавний. Ну и жара. Датчики температуры зашкаливают.
Не отвлекайся. Спецовка с нашивкой Корпы Электрик. На спецовке нашивка корпорации Электрик. А это не может быть реквизит? Никогда не поверю, что кто-то дрочит на форму рабочих. Это объясняет высокую температуру. Может быть, ты и права. Бабы из мусорщиков. Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танака и Роджерс. Типично для помойки. О, этот божественный аромат синтокофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Кофе остыл. Явно стоял со вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электриков была большая станция в Чартерхилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. Ну да, но в любом случае нам на электростанцию в Чартерхилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Ладно, поехали туда. Ясное дело, ты со мной? Да, поехали. Погнали. Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. Привет, Найт-Сити! Сегодня, как всегда, ваше дело — это мое дело. Сегодня мы присмотримся к оборонному гиганту... И мы на месте. На первый взгляд, ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю под сеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Имей в виду, там опасно. И? Если ты хочешь оставить меня здесь, прости, не выйдет. Ладно, я пошла.
Я скопировала план. Сейчас. Куда? Попробуй найти проход на нижние уровни. Покажись, трусливая сука! Я нашла спуск. Видишь, где я? Ага, буду через минуту. Жди меня. Эй, подожди. Я сейчас. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. Знакомая рука. Ты слышишь? Берегись. На сегодняшнюю партию метионина не хватит. Нормально. Добавим РТЛ. Похоже, снафы — это только вершина айсберга. О, нам надо в коридор, вот за этой комнатой. Ты знаешь, сколько начальник получает за этот хват? С этим. Сними их по-быстрому. Так, теперь идем в коридор. Ты посмотри, мы до сих пор живы. Посмотри, мы до сих пор живы. Во времена самурая мы давали там объявление, что ищем моделей на подтанцовку. Я не виноват. Привет, Найт-Сити. Программа Чебуси сегодня вас порадует. Кажется, не вы одни пользовались этим методом. Работала на ура. Телочки шли толпами. Активным фанатам мотоспорта и любителям поиграть.
Смотри, мы до сих пор живы. На сегодня все, Найт-Сити. И помните, чипуйтесь по полной. Ага, вижу спуск. Оставь. Можно? Прекрасно. Вон там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать. Из нее вырезали все импланты. И заодно пару внутренних органов, чтобы добро не пропадало. Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливай, они все равно как тараканы откуда-то выползут. Приходилось иметь с ними дело? Да уж.
Гнида, покажись! Чё? Да я тебе... Падла! Ты где? Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Смотрю, ты не боишься запачкаться. Подожди меня немного. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Вижу ее. И кабель. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готова. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три. Давай! Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Эвелин, мне надо знать, кто тебя нанял. Ты ебанутая? Не можешь подождать? Ее можно переносить.
У нее нет сотрясения, травмы позвоночника. Никаких ран вроде бы не видно. У нас нет выбора. Что с ней случилось? Честно, я не знаю. Похоже на серьезную психотравму. Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Поняла. Идем к лифтам. Ну давай, тебе трудно, что ли? Ну хотя бы одну. Ради меня. Ладно, пожалуйста. Можешь хоть обкуриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? Дадим им немного времени. Ты же видел ее. Если бы от меня что-то зависело, я бы вернул ее в сознание и допросил прямо там, на студии. Какого черта мы должны великодушно ждать, пока эта тупая шлюха проснется и поймет, что натворила? Только от тебя тут ничего не зависит. Идем. Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Как она себя чувствует? А ты как думаешь? Включи воображение. Эта студия высосала из нее все человеческое. Она отдала, что могла. Но этого им было мало. У нее продолжали отбирать все больше и больше. Такое ощущение, что она в каком-то трансе. Совсем погрузилась в себя, не реагирует на то, что ее окружает. Мне очень не хотелось копаться у нее в мозгах. Просто знай, что я сделала это только ради тебя. Мне надо с ней поговорить. Ви, я понимаю, ты хочешь получить от нее ответы на очень важные вопросы. На твоем месте я бы тоже хотела. Только у тебя не получится. Она выпала из реальности. Блять, она что, шутит, что ли? Почему ты на нее злишься? Когда ты попросила найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого... Знаю, все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. То есть ты их уже видела? Да, пришлось поработать, чтобы хоть что-то понять. Но я не хочу тебе навязывать никаких выводов. Просто посмотри и составь свое мнение. Сколько брейн-дансов тебе удалось выдрать? 2. Из них только один целый и понятный. Остальное... Ну, все в том же состоянии, как сейчас Эвелин. Окей, показывай. Погоди, дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви.
Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Я знаю, что я не вовремя, но у меня вопрос. Ты знаешь, как можно вытащить биочип? Кто-то в городе может это сделать? Эвелин, очень тебя прошу. Помоги мне, это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Ты была права. Мы просто теряем с ней время. Садись. Ладно, запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из Йирта сами. Сообщение проверить? Только если заехлёт. На что? Можешь осмотреться, если хочешь. А, я знаю, что это. И что же? Символы Виви. Ты в них разбираешься? Если ты про смысл, то это не ко мне. Я просто слышала, кто их использует. И кто? Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не то чтобы на 100% уверена. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезный нетранер. Или просто работает на пару с таким. Не смотреть. Обратить внимание на устройства и охранные системы. Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из Вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бохи. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе... Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. А это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. И что мне? Биочип? Где ты о нем слышала?
Биочип не твоя проблема. Сними верт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Отлично, думаю, на этом все. Что скажешь? Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю, ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Ви. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще. Если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай, чего уж. Меня уже ничто не удивит. Ли-а-ли. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском, раз уж это вудуисты. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорит с той стороны. Просканируй телефон. Есть. Погоди секунду. Она говорила про Юринобу. Наверное, поэтому Эвелин спрятала эту запись. Я слышала еще одно имя. Что-то вроде Сильверхенд. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что-то важное. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Типа бы я дежали. Oui, le. Dale. У тебя есть raison, manze, tu intelligent pour ça, pour te bien. Ou pensez, manze, la. T'as un problème? Manze, pas engagé. Un pli, c'est pi bon moyen, nous qui veut pour nourrir sous Yurinobu. Faut que nous prenne chasse là. Moi, t'as ramé quoi, même j'avais, oh. Qu'est-ce qu'il veut? Mais on a mené nous direct sous Alt. Ou qui ont pi bon idée? Très bien, c'est vos dit. Si c'est ce pense, critique qui s'en pense. I'll continue and for travail. Окей, Джуди, хватит. Ладно, отключаю.
Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было 100 лет назад. Ви, ты не знаешь? Да что с тобой? Помнишь, мы украли биочип? На нем была записана инграмма Сильверхенда. Инграмма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все спокойно обдумать. Конечно. Тони, ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну ты хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты же говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но если бы ты хотела отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделала. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Ну, поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку не подпустят, если не будут ее знать. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты очень хорошая, очень крутая. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому.